Ну что ж, приступим к покраске. Так как это у меня единый объект, поэтому тут приходится немножко хитрить. Так, отделим сейчас его P. Вот так. Вот это же отдельный объект теперь. Тут тоже. L. И P. P. Хорошо, что можно разделить. Так, что-то не мешает все. Вот так. О. Это как понять? Это очень просто понять. Вот так. Мы сейчас и эти мы сделаем металлические. Где у нас металл есть? Вот, по-моему, металл. Ну, тогда все превращает в металл. Это понятно. Надо сначала отделить это. То есть это довольно-таки нудная работа. Я беру, делаем мы сейчас, разбиваем его, то есть L, и говорим P selection. Вот так. Здесь тоже L selection, P selection. Все. Вот эти вот. То есть вы поняли, что я буду делать. Я буду раскладывать на джип, который вместе смешался на разные составляющие. То же самое вот здесь. Мы сделаем так сейчас. Где у нас же вот ауто, да? Это вот уберем сейчас, чтобы она нам не мешала. Ставим одно ауто. Вот так. Ну тогда с ним будет легче работать. И, то есть, выделяя вот так, вот, выделяя отдельные части, нажимаем L и P. То есть, надо ее сейчас разобрать на составляющие. Да и все. Не так интересно, поэтому для вас я показал, а дальше уже сами. Так, теперь давайте придадим, вот это я создал тут материал пластик LMNP. Где он тут? Вот пластик. То есть он более светится, видите, вот так. Да, пластик. Теперь вот это тоже.
Это тоже будет у нас. Классик. Это понятно. Тут каждый по отдельности придется. Еще немножечко подправим, значит, пластика и последнее. Неужели мы с вами закончили, ребят? Я, честно говоря, подустал, не знаю, как вы. Так, давайте посмотрим, что у нас с рендерингом. Сначала вот так сделаем, вот такой рендеринг. Так, и посмотрим, что у нас вообще с этим рендерингом делается-то? Так, size, да, все нормально. Размер смотрим. Вот такой. Так, я вот не знаю. Давайте поставим сюда. Так, что мы поставим? Мы поставим, так, секундочку. Мы поставим plane, да, и его растянем вот так и опустим его. Так, чтобы немножко тень здесь была. Так. Вообще-то большая очень. Давайте мы ее немножко уменьшим. И посмотрим, вот, допустим, вот посмотрим 0. Видим, что ну, что такое? Видим. Закрепленная камера, все нормально. Почему он ездит туда-сюда? На колесо странно реагирует. Так. Смотрите, как интересно. Я двигаю колесо, да? Но вместо того, чтобы уменьшать, оно делает черти что. Бак, я думаю. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Я потом настрою себе, перезагружу. Давайте глянем, что это будет. F12. Трава густая, красивая. В общем, ребята, мы с вами потратили хорошее количество времени
Но я думаю, оно стоило того, потому что получился целый мир, как видите, с летающими динозаврами, птеродактилями какими-то там, с динозавром Т-рексом. И все это вот в таком хорошем стиле сделано. И игровом, полигональном. Поэтому я думаю, что время не было потрачено зря. Тем более, что многому научились. Научились делать траву, научились делать деревья. Чего до этого не делали, динозавры не делали. Теперь у нас и динозавры есть, птеродактиль. Камушки хорошие, растения. То есть мы с вами очень многому научились, я во всяком случае. И моя идея с самого начала, которая у меня была, она выполнена. Задачка, которую я сам себе поставил, она выполнена. И я доволен этим очень сильно, скажем так. Приятно смотреть на реализацию того, что задумал давно и наконец выполнил. Ну все, дорогие друзья, на этом я с вами заканчиваю. Всего вам доброго. Пока.